Сегодня чудный осенний день на лоне природы. Я хотел бы подробнее рассказать о своей винтовке. Это Remington 597. Это видео в первую очередь для Фила Романова. Он просил об этом, просил о впечатлениях. Фил, привет! Это видео для всех подписчиков, для тех, кто хочет купить эту винтовку, планирует купить эту винтовку, кто к ней присматривается. Это не будет полноценный обзор в буквальном понимании этого слова. Это будет видео, скорее всего, впечатление владельца, скажем так. То есть, я как владелец этой винтовки рассказываю о том, как я ее использовал, что хорошего, что плохого, ну вот и так далее. То есть винтовка глазами владельца, если выражаться языком ганзы, вот о ней сегодня и пойдет речь. Remington 597. Вот такой вот кобуре он у меня носится. Вот этот вот чехол или кобура еще называется, сделана из такого очень плотного материала. Ну, здесь вот толщина буквально около 3 сантиметров. Продукт брендовый. Это чехол от компании Казаки. Всем известная компания Казаки, которая находится в городе Запорожье. Они делают различные манки, чехлы, ну и так далее, там некоторую продукцию для охотников. И в том числе вот такой вот чехол, который идеально подошел к винтовке. Значит, здесь у нас, собственно говоря, сама винтовка. Здесь вот вместо бегунка одето кольцо с гранаты. Почему? Потому что родной бегунок отломался, колечко сюда подошло, отлично, все прекрасно. Вот здесь вот боковой кармашек. В боковом кармашке сегодня у меня вот этот инструмент, он нам пригодится. И какой-то оперативный запас патронов. Здесь патрон Федерал, здесь патрон Гекко. Вот. Все здесь прекрасно вмещается. Вот такой чехол с обратной стороны, ремень для переноски на плече. Чехлом вполне доволен, очень такой практичный, очень недорогой. И в то же время исполняет свои функции даже запросто. Но перейдем непосредственно к винтовке. Значит, суть этой винтовки состоит в том, что компания Remington делала ответ на винтовку от другой не менее именитой компании американской, Ruger, которая в своем ассортименте продукции имеет винтовку 10-22. Полуавтоматическая винтовка. И, собственно говоря, 597 Remington — это ответ на Ruger 10-22. Почему ответ? Дело в том, что американский рынок как таковой очень насыщен различной продукцией именно в калибре 10.22, LR, он же мелкашка. В Америке из мелкашки стреляют все. Стреляют дети, стреляют женщины, стреляют взрослые дядьки, стреляют ковбои. Все, кому не лень. Почему? Потому что американцы умеют считать деньги, и патрон в этом калибре очень недорогой, стоит гораздо дешевле, чем у нас. Вот, например, патрон Федерал, исконно американский патрон. Вот. У нас он стоит где-то примерно гривну за выстрел. В Америке стоит он где-то раза в 4 дешевле. Продается на заправках, в супермаркетах, в аптеках, где угодно. Речь к чему идет? К тому, что на американском континенте, в Соединенных Штатах Америки, калибр очень популярен, очень насыщен рынок различными товарами, и в том числе данная винтовка 597 Remington был сделан для отвоевания части рынка. Поэтому в своем роде это, скажем так, маркетинговый продукт, но тем не менее, который имеет своего покупателя, который очень популярен. Непосредственно к винтовке. В данном случае это исполнение классик, ну, вернее, винтовка в пластике, она может быть еще с деревянным ложем и с ламинатом. И кто-то говорил, что она бывает еще с фанерным ложем. В данном случае это классика, то есть пластик. Вот. Винтовка подверглась некоторому тюнингу. В
чем он состоял? Во-первых, здесь были удалены штатные прицельные приспособления. Здесь был удален целик, на двух винтах он крепится, вот резьба в стволе. Здесь была удалена мушка, и непосредственно был установлен оптический прицел. В данном случае это прицел ЗОС, переменный, с переменной кратностью от 2 до 6, что для данного калибра вполне достаточно, с отстройкой параллакса на объективе, к сожалению, два поправочных барабанчика, естественно, и подсветка. Подсветка зеленая и красная регулируется в широком диапазоне. Здесь сколько здесь? 5 делений, 5 значений каждого цвета. То есть, в принципе, все это подстраивается под любые задачи. Прицел стоит на не очень дорогих кольцах. Кольца алюминиевые. Почему алюминиевые? Потому что ресивер винтовки выполнен из легкого сплава, и поэтому ставить стальные кольца здесь было бы немножко неразумно. То есть при каких-то движениях прицела, при каких-то ударных нагрузках, в первую очередь деформации подвергаются именно кольца, а не ресивер. По тюнингу ресивера и по установке прицела здесь есть еще один вариант. Здесь можно установить штатную планку вивера, которая продается отдельно. Для этого, давайте покажем поближе, здесь есть, вот если здесь видно, винтики, заглушечки стоят. Вот. В эти заглушечки ставится планка вивера, и она закрывает, естественно, ласточкин хвост. И в этом случае возможности по установке прицела становятся гораздо больше. То есть на вивер можно поставить более солидные, более дорогие прицелы, они будут стоять более устойчиво. Но я посчитал, что этого достаточно. Пока мне было этого достаточно, возможно, я в этом направлении немножко буду двигаться. Почему? Потому что в сущности этот прицел, он как бы неплох, но я так чувствую, что винтовка это может больше, чем этот прицел. На прицеле установлена прицельная марка Крест, Кросс так называемый в данном случае. До этого здесь стояла прицельная марка Милдот, я ее сменил, поставил Крест. Я посчитал, что мне так будет лучше, удобней. Ну и была какая-то своя мотивация. Сейчас, если получится, давайте посмотрим в прицел. Например, с двойной кратностью. Вот с двойной кратностью крест мы видим в прицеле. Картинка вот такая примерно. Довольно-таки чистая. Стекло очень прозрачное на прицеле стоит. Ну, то есть, вполне сносный прицел для мелкашечки. Сейчас я попробую сделать кратно 6. В принципе, картинка значительно приблизилась. Но поймать это фокус объектива уже несколько сложнее. В принципе, при должной настройке параллакса, отличный прицел, который вполне выполняет задачи на этой винтовке. Дальше, что здесь было сделано еще? Здесь была установлена антапка, обычная антапка, и на антапку установлено вот такое вот, ну, назовем это устройство. Устройство созамещает себе непосредственно антапку, вот здесь отверстие есть, и односекционную планку вивера. Здесь я устанавливал тактический фонарь, есть видео на канале об этом. Сюда я устанавливал сошки, также есть видео. Производил отстрел этой винтовки. То есть вот это устройство очень удобно, функционально и при снятых периферийных устройствах совершенно не напрягает. Ну вот, собственно говоря, весь тюнинг. Давайте теперь посмотрим. А нет, не весь. Здесь еще установлен тюнинговый курок. Почему? Проблема в том, что на винтовке изначально стоковый спуск очень такой тугой и непредсказуемый. Поэтому здесь был заменен курок на тюнинговый. И отдельное видео по этому вопросу, по замене курка на винтовке, по сборке-разборке УСМ у меня есть на канале, можно будет посмотреть. Винтовка питается 10-местным отъемным магазином коробчатым. Здесь такая
очень удобная клавиша для извлечения магазина. При смещении клавиши магазин сам выпадает. Вот. Ну вот как бы вот так вот. Здесь у нас затвор. На винтовке используется принцип работы автоматики со свободным затвором. Поэтому здесь по конструкции абсолютно никаких мудреностей, никаких сложностей нету. Ну, давайте разберем винтовочку, сделаем неполную разборку и посмотрим, чего там внутри у нас. Для разборки нужен специальный инструмент. Ну, как специальный? Набор шестигранников, торксов. Вот. Здесь один очень важный момент. Для разборки винтовки нам нужен шестигранник с размером 1/8. Да. Вот она, 1/8. Собственно говоря, этот набор был куплен только из-за вот этого шестигранничка. Он не подходит никакой больше другой. Как бы американцы, они в размерах, в системе измерения, они очень консервативны. Они до сих пор используют так называемую имперскую систему мер. Они используют мили, фунты, футы. И в том числе вот все резьбовые соединения, все ключи-шестигранники, у них тоже свои. В данном случае это вот, 1/8. Никаким другим шестигранником вы винтовку не разберете. Больше просто не войдет, меньше будет проскальзывать. Поэтому вот вместе с винтовкой нужно покупать либо отдельно шестигранник, либо набор. Для разборки используется вот такой вот инструмент. И что нужно сделать, это отвинтить один винтик, который фиксирует ствольную коробку со стволом к ложе. Вот он один. Вот. Он у нас находится перед магазином. И вот он второй, который находится за спусковой скобой. Винтики различной длины, поэтому их путать крайне нежелательно. Они не взаимозаменяемые. Вывинчиваем. Вот вывинтили. Передний, меньшенький, задний, большенький. Отлаживаем в сторонку. А после вывинчивания у нас винтовка разбирается на два составляющих элемента, непосредственно пластиковая ложа в данном случае и непосредственно ствольная коробка, затвор, ствол и ударно-спусковой механизм УСМ. В принципе, дальше что тут разбирать? Дальше снимается на двух штифтах ударно-спусковой механизм, простейше выглядит. Снимать не буду. Почему? Потому что очень подробно это все процесс снятия, установки ударно-спускового механизма есть у меня на канале видео, которое посвящено замене курка на винтовке. Там все написано, описано, рассказано и показано. Дальше момент. Ствол от винтовки отделяется при помощи вот этого вот цангового зажима. Вот сюда вот находится вот здесь вот винт под шестигранник, он вывинчивается и ствол отделяется от ствольной коробки. Я, пожалуй, не буду этого делать. Дальше мы там ничего не увидим интересного. Здесь свободный затвор, который двигается в ствольной коробке по двум направляющим. Вот они, две такие рельсы, трубочки. На них двигается затвор. Соответственно, здесь установлены две возвратные пружины, которые подают затвор в переднее положение. И вот здесь вот на ствольной коробке вот эти вот два пыптыка, это и есть направляющие, по которым двигается затвор в ствольной коробке. Вот такое вот простое устройство. Абсолютно никаких сложностей здесь нет. Абсолютно просто обслуживается. Единственный
Вопрос, который мне часто задавали по винтовке, как чистить ствол. Если вы хотите почистить ствол после стрельбы, скажем так, ортодоксально, то винтовку вам придется разбирать. То есть вы отделяете ресивер от ложа, снимаете ствол и чистите его с казны. Если вы готовы чистить винтовку не ортодоксально, с дульного среза, то можно все это делать не разбирая. С дульного среза единственное, что крайне рекомендуется для чистки, использовать шомпол, покрытый каким-нибудь очень мягким материалом, для того, чтобы не повредить дульный срез. Я эту винтовку чищу только со стороны дульного среза, мне так удобней. Я много стреляю, каждый раз разбирать это как-то муторно и хлопотно. Поэтому чищу только с дульного среза. Для этого использую шомпол от компании Migline. Он покрыт таким очень мягким материалом типа ПВХ. И, соответственно, при этом дульный срез не повреждается никоим образом. На что стоит обратить внимание владельцев? Вот это вот цанговое крепление к ствольной коробке, оно, ну скажем так, очень хрупкий элемент конструкции, самый хрупкий, это именно вот это вот крепление. Почему? Потому что ствольная коробка выполнена из какого-то цама, ну то есть цветного сплава. И по сути вот этот вот клинышек, которым... которая распирает, скажем так, крепление ствола к ствольной коробке, он дает усилие, сейчас покажу ближе, на вот эти вот части ствольной коробки. Вот эти вот. И если этот винт перекрутить, то вот эти вот ушки, не дай бог, отламываются. Когда они отламываются, ствольная коробка выходит из строя. Ствольная коробка на номерах, это номерная деталь. И, соответственно, вся эта конструкция... Ну, я не знаю, что с ней дальше делать, ее только выбросить. Поэтому это вот самая нежная деталь, та деталь, которая требует внимания, которая требует очень аккуратного обращения. И, кроме того, соответственно, винтовки, наверное, противопоказаны падения. То есть при падении, не дай бог, ударная нагрузка на ствол может обломать вот эти вот крепления. Дело в том, что, по сути, у меня эта винтовка вторая уже такая. Ну вот так вышло, что у меня две одинаковые винтовки были, вот именно Remington 597. И первую винтовку, когда я не досмотрел, привез из магазина домой, посмотрел, что там внутри тарахтит. Разобрал, оказалось, что вот это одно из ушек вот этих сломано. Соответственно, быстренько-быстренько в магазин. Мне ее обменяли, исправили все в документы, извинились, сказали, что больше так делать не будут. Ну и, собственно, все разошлись по-мирному, все в порядке. Продавец оказался очень порядочным человеком. Вот, этот недостаток был устранен. Ну вот, собственно говоря, вот то, что внутри. Все очень просто, все очень надежно, кроме вот этой вот детальки, на которую следует обратить внимание. Давайте теперь винтовочку соберем. Собирается здесь все очень тоже просто, только в обратной последовательности. Два винтика, которые прижимают ствольную коробку к пластиковому ложе. По пластиковому ложе здесь есть возможность для тюнинга винтовки. Почему? Потому что многие компании изготавливают альтернативные обвесы. Самый альтернативный обвес, который я видел для 597-го Ремингтона, это некое подобие винтовки М16. То есть снимается весь этот пластик, устанавливается тактическая рукоятка, длинный 30-местный магазин, и винтовка приобретает такой реально вид маленькой М16. Очень прикольно. Единственная проблема, по крайней мере в Украине, обвес такой фиг купишь в магазине, его просто нету. То есть его нужно покупать либо на Амазоне, там, либо на eBay, где-нибудь в Америке, заказывать издалека, ждать, пока приедет. Вот. И если там он стоит... ну, скажем, там, что-то в пределах до $100, то здесь доставкой он будет стоить все 200. Пока меня эта винтовка устраивает в том виде, какая она есть. Используется для стрельбы
так, развлекательного характера, для обучения детей стрельбе. Да, охотой я как-то не очень занимаюсь, вот, мне это не очень интересно. Ну, такая винтовочка, прикольная винтовка, если пострелять много и пострелять недорого, это то, что вам нужно. Винтовка нормально работает на дистанции до 100 метров. Идеально работает на дистанциях 50-70 метров. Теоретически при нормальных ровных руках, при нормальном оптическом прицеле, я думаю, что эту винтовку можно заставить бить метров на 150. Ну, на 100 метров эта винтовка с этим прицелом в этой конфигурации дает где-то 1,5-2 моа. Что, в принципе, для мелкана, я считаю, очень даже приемлемо. Вот такая вот винтовочка. Такие были впечатления мои от нее. Если будут какие-то вопросы, пожалуйста, в комментах спрашивайте. По возможности отвечу. Да, я никаких характеристик ее не говорил, потому как это как бы и не цель. Все характеристики будут тоже в описании видео. Там чего упустил, спрашивайте, отвечу. За сим всем спасибо, всем пока.